Кто-то воспринимает осень как постоянную серость за окном, тяжелые облака и дождь, но, к счастью, немало у нас и тех, кто любит свой город в любую погоду. И не просто любит, а умеет находить яркое и прекрасное, и даже успевают это заснять на камеру. В социальных сетях жители разных районов делятся снимками самых неожиданных моментов из городской жизни, и порой даже трудно поверить, что такое можно запечатлеть, не выходя из дома. Фотоконкурс «Осень в Мустаме» – прямое тому доказательство. Снимки, присланные на оценку жюри, в состав которого входили все те, кто подписан на страницу управы Мустаме, просто великолепные. У нас очень красивый район, и вы сами убедитесь, если вы придете и посмотрите просто эти фотографии. И, конечно, просто всех призываю, осень – это очень красивое время года. Просто придите, прогуляйтесь, и не только в нашем районе. Сегодня в столичной мэрии состоялось открытие выставки работ победителей фотоконкурса. 27 фотографий украсят окна первого этажа. Таким образом, все прохожие смогут также полюбоваться прекрасными снимками. Звание же народного фаворита досталось Вивике Савиной, чья фотография любопытной белочки набрала 444 голоса. Но отмечены призами были все авторы фотографий победителей, некоторые из которых совсем юного возраста, но тем не менее смогли сделать шикарный кадр с очень быстрой белкой, которая, кстати, присутствует на многих фотографиях. Мне сестра помогала. Она приманивала белку, а я фотографировал. Можно сказать, что такой как символ Мустаме – это белки. Я вообще хотела бы сказать огромное спасибо управе Мустаме, что проводят такие конкурсы, потому что это море положительных эмоций. То есть приятно участвовать, очень приятно. Мы всегда за любые конкурсы. Главная цель этого конкурса, конечно же, заключалась не в том, чтобы победить, а показать всем, что удивительное и прекрасное рядом. Надо только присмотреться и, если получится, поймать момент в объектив камеры. С чем фотохудожники Мустаме замечательно справились. Вадим Малышкин, Петр Юлевайн, новости Таллина.